тема. Вы какую роль играете? Я играю роль Лизы, той женщины, которая преданно и верно ждет своего супруга с фронта. Ну, собственно, все. Тяжело пережить, тяжело вжиться. И вот... Тяжело, потому что вроде бы кажется, что очень легко, с той точки зрения, почему бы не сыграть такую вот положительную героиню, там, которая преданно ждет, любит. Все мы любим, там, мужей, там, детей и так далее. Но именно чтобы вжиться и понять, насколько это тяжело, вот прям насколько тяжело ей было, это очень сложно, правда, очень сложно. А когда начинаешь какие-то струны затрагивать в себе, и все-таки вроде как вот докапываешься туда, то это настолько становится страшно, что даже тяжело играть, на самом деле. То есть даже где-то надо вот середину сохранять, не переходить в то состояние иногда. Вот пытались как-то сопоставить с собой, сами посмотрели? Ну да, пыталась сопоставить. Ну, в моей жизни был, в принципе, такой небольшой момент ожидания. Ждала и дождалась. Но здесь, конечно, получается 4 года у героини. Такое состояние, где-то состояние сродни легкому уже сумасшествию порой, потому что ей уже настолько тяжело, она настолько иногда отчаянна, что, ну, это вот тонкая грань. Но и режиссер поставил так. В принципе, мне это очень нравится, эта позиция, что она не переходит этой грани, и она остается очень здравой, осмысленной женщиной, которая дожидается, все-таки дождалась. Но все-таки вот постановка, на ваш взгляд, какое чувство оставляет? Все-таки светлое? Значит... Светлое, конечно, и, конечно, надежда. Более того, там такие песни, произведения, в общем, затронуты, красивые, музыка, что когда это вот через себя пропускаешь, это такой свет. И, в принципе-то, мы победили те года, и ощущение еще то идет, победы. Не только того, что я там жду супруга и дожидаюсь, а еще, в принципе, самое важное, что в этом спектакле затронут, это победа, это наша победа всех наших дедов уже, там, я не знаю, прадедов и так далее, и бабушек, вот. Самое важное. Естественно, светлое ощущение и от спектакля, от музыки, и от самого праздника. Я считаю, что это праздник.